Ребята, если вы хотите, чтобы сегодня вышла вторая серия, то есть две серии за один день, все, что от вас требуется, это просто поставить лайк. То есть, если мы набираем на этой серии 500 лайков, то сегодня выходит еще одна серия. Получается, что две серии. Выйдет она или нет, зависит от вас. И зависит от вас еще то, сколько серий выйдет в один день. Всем приятного просмотра! Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт, с вами Пиксельмон, и добро пожаловать в наш пятый сезон в 50-ю серию. Да, можно сказать, что даже не можно, а в этой серии мы действительно уже чистим наш музей, который уже, можно сказать, засорился теми людьми, которые уже давным-давно не комментируют. Поэтому, ребята, мы их сейчас и очистим. Только иди сюда. Эта команда, знаете, не хватает еще только... Ой, зачем я его эртюйком ударил? Не хватает, знаете, только еще кого? Дратини. Потому что это жопа, если честно. У нас в команде Метанг, который эволюционирует больше, чем с 50 уровня, да? То есть больше, чем 50 уровень. У нас в команде Ларвеста, которая тоже эволюционирует больше, чем 50 уровень. Поэтому нам этих двух покемонов нужно будет прокачивать до 60 уровня. И поэтому говорю, знаете, еще нафиг Дратини не хватает, чтобы уже полностью вся коллекция была. Куча вещей, нужно, наверное, это все расчистить. Также, давайте, знаете что, давайте мы сразу пойдем и сразу же себе сделаем орб. А то, и, ребят, кстати, во-первых, я поменял тут коврик с оранжевого на красный. Ты чё, офигел, мы тебя в гости не приглашали в данный момент? Я переставил нашу зачаровальню, сейчас я покажу, да? И, в принципе, сразу же сделаем орб, чтобы не париться и чтобы, в принципе, не забыть об этом. Так, тут у нас будет чарилка, сюда мы спускаемся. Вот, в принципе, тут такая небольшая комнатка с чарилкой, и все, мы поднимаемся с нашей коморочки и выходим. Так, сразу домой, точнее, домой, в склад наш. Это выложим, чтобы не мешало. Потом, что мы еще, ребята, можем выложить? Это не остается уже нафиг. Сюда. Это. Замечательно. И вот это, да? Сюда вот это. Вроде все мы выложили. Сейчас берем один орб. Или, в принципе, хотя нет, давайте уже сразу сделаем, чтобы потом не вспоминать, а то я опять сейчас забуду сделать, и капут будет. Вот так, все, ребята, все, мы идем прокачивать орб Артикуна, потому что в предыдущей серии мы нашли 4 орба, и это, в принципе, реально до хрена. Что мы будем делать в этой серии? В этой серии я сейчас прокачивать никого не хочу идти, но зато, знаете, что мы сделаем? В этой серии мы начнем делать себе... вазочки с цветами, чтобы обукрасить дом, например, вот сюда. Это во-первых. Во-вторых, что мы еще будем делать? Мы очистим музей, но это чуть позже, не сейчас, наверное. Ну, посмотрим чуть позже. Добавим новых людей, я не буду много людей добавлять, там, 10 или 20. Я добавлю, может, там, 7-8 человек, но выгоню, я не знаю, нужно посмотреть, сколько там выгнать нужно. Я уже всех посмотрел. Поэтому, ребята, давайте приступим к созданию нашего интерьера. Так, ну что, сейчас, во-первых, мы пойдем, ребята, наверх, возьмем, я вспомнил, я опять хотел идти за глиной, но глина у нас есть, и это круто. Что мы еще можем взять? Это, давайте, я не знаю, это, наверное, нужно взять, забрать куда-то, вот сюда выложить, потом можно что-то придумать, даже следа будет. И знаете, что еще нам нужно? Сейчас, ребят, дайте секунду, я посмотрю, просто синее, песок, земля, лазурит, зеленый краситель, красный краситель. Ага. Ну, давайте сначала сделаем хотя бы, ну, допустим, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Давайте вот так, 4. Нет, не хочу 4. Не хочу 4, хочу 3. Вот так, замечательно. Давайте поставим, например, 1 сюда, 1 сюда и 1 сюда. Тогда давайте еще 1, в принципе, да, нужно было 4 сделать. Чтобы было красиво. Так, и один куда-то вот сюда, да? Сюда потом тумбочки нужно будет. И поэтому я хочу в этой серии этим и заняться. Земля. Есть ли у нас там земля? Нам нужно землю, нам нужно песок. Ну, песок мы, в принципе, сейчас можем пойти выкопать. Это очень быстро. Да и землю тоже. Песок у нас есть, земля у нас есть. Замечательно. Тогда нам нужен лазурит, красные цветы. Цветы.
лазурит, красные цветы и также кактус, да? Поэтому, ребята, во-первых, давайте пойдем за кактусом, потому что цветы легко добыть. Так, это кто у нас там? А, ну шакал, иди ты в попу. Ну давайте тогда, может, цветы, знаете почему? Потому что я помню координации, куда нам нужно идти за цветами. Так, ребят, это мы быстренько. То есть я успеем мы, конечно, очистить наш музей. Это быстро будет. Наверное, с паузами даже, чтобы, знаете, просто-напросто не затягивать время. Так, сколько? 8 9. Ну давайте, знаете, еще чуть-чуть добудем. Вот, тут как раз, знаете, много вот этого всего, поэтому это можно быстренько собрать. Чем больше, тем лучше, потому что на долгое время хватит на создание всяких декоров, да, и, в принципе, сейчас мы еще посмотрим, работает ли это или нет. Так как мне сказали, что как создается, да? Сейчас мы, ребята, это все посмотрим. Вот так. Там у нас Басяндра. А, ну опять шакал, ты что, издеваешься нафиг? Опять шакал. Так, ребята, все, мы топаем. Хватит, уже даже на очень много хватит красителей. Ху-ху, это можно выкинуть. Ну что, ребята, знаете, куда сейчас мы топаем? В пустыню, быстро, куда-то вот сюда. -72, потому что... -72, 75100, что ли? Да. Нам нужно кактус. В принципе, я не скажу, что долго кактус добывать. Это не очень долго, поэтому, ребята, мы быстренько это все добудем. Знаете, потому что нужно сразу посмотреть, действительно ли это работает или нет. Если это не работает, то... Не, ну, по сути дела, если мне написали, что вот Эдисон можно так крафтить, вот те, знаете, синие, красные, зеленые глины, да, с которых крафтятся всякие ресурсы. Ну, не ресурсы, а декоры, про которые мне говорили, что, то есть, Эдисон, ты никак не сможешь это выбить, потому что они падают с мобов, да, с там зомби и с этих монстров, да. Ну, в принципе, мы еще это посмотрим. Так, ну да, этот нельзя так, нужно это пережаривать. Поэтому, ребята, мы уже топаем домой. В принципе, в пустыне нам больше нечего делать. У нас есть вроде даже все покемоны, которые водятся в пустыне. Даже Грудош. Магмара нету, точно. Магмара нету, это я забыл. А может еще кого-то нету. Так, опа-опа-опара. Па-пара-пара-па-па-па-па. Зашибись. Давно вот такой хрени не было. Давно, согласен. Я надеюсь, что сейчас мы спокойно сможем заново зайти и не париться. Да? О, вот это я люблю. Не хочу я ломать дерево. Мы же садили это дерево. Я не хочу его портить. Оу. Что ты очень... Я чуть не обкатался с этого, что сейчас разобьюсь, знаете. Что-то как-то крылья не подействовали, что ли? Ну что, ребята, это сюда. Пускай это быстренько жарится. А мы посмотрим, действительно ли это работает. Вот так, допустим. Да! 1, 2, 3, 4, 5. Сойдет. Дальше. 1, 2, 3, 4, 5. Ребят, спасибо, кто это сказал. Это очень круто. Сейчас мы столько себе всяких красных хреней наделаем, как я понимаю, да? Тогда давайте еще один. И хватит. Ну, в принципе, так хватит, а другой пускай там жарится. Так. 1, 2, 3, 4, 5. Зашибись. Ху-ху-ху-ху-ху. Ну что, ребята, приступим нафиг к какому-то грандиозному декору в этой серии. Что-то мне уже даже музей чисто очищать не хочется. Да ладно, шучу-шучу, но все же, когда я понял, как это... Когда мне объяснили, да, как это делается, прям класс. Ху, так, где вот эти... всякие, как это называется? О, я хочу, хотя я не знаю, это большое, небольшое. Давайте просто, знаете, проверим. Пускай будет. Ребят, я просто проверяю, знаете, как это будет выглядеть. Я это, конечно же, не беру, не краду. Это было бы глупо и нечестно. Поэтому так. Ага. Красный. Зеленый. Красный. Зеленый. Синий. Это мы все собственными руками делаем. Просто, знаете, я это сделал, чтобы проверить, действительно ли это будет красиво. Ой.
А, так мы в гейм-моде. Ребят, я не переживайте, я это не буду все делать, просто чтобы проверить, знаете. Но это уже наше, потому что это мы сделали. Другое я просто проверяю, потому что я рецепты вообще не представляю, какие тут есть. Просто, знаете, будем сейчас смотреть, что тут еще есть крутого. А, не, а знаете что? А вот этот докхаус. Красный, 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 синий, синий, зеленый, зеленый. Ух, это нужно запоминать нафиг. Красный, красный, зеленый, зеленый. А, твою мать. Наверное, вот так, что ли? Охренеть. Во! Угадал. Тогда быстренько вот это берем, это наше. И куда-то на улицу давайте поставим. То есть наша собачка тут будет жить. Только я не представляю, где тут... Нет, тут кончено выглядит. Во! Во, это убираем, потому что мы уже поставили. Зашибись. Мне кажется, прикольно. Может, не в тему. Хм. Может, допустим. Я не знаю. Вот тут поставить, да? Собачку где-то. Вот. Или вот тут, в теньку. Или, например... А в будке нельзя поставить? Я в будке нельзя, к сожалению. Но все же прикольно. Это убираем, потому что это уже не наше. Дальше, 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 дальше. Что мы... Ребята, что мы еще можем сделать? Тут куча всего, если честно. Это все нужно продумывать. Ну, не продумывать, а просто смотреть, что тут будет классно выглядеть. Где вот эти классные... Классные, классные... Вот они. Pig, sheep, cow. Так, зашибись. Это нужно смотреть. Давайте сначала. Охренеть. Ребята, это нужно запоминать. Охренеть как. Ух, я это даже не запомню. Зеленый, 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 синий, синий, синий. Быстренько, пока я не забыл. Синий, синий, синий. Красный, красный, красный. Фу, это с ума сойти можно, ребята, вот так это делать. Свинка, свинка, свиночка. Куда бы тебя зашпиндолить? А нас. Хотя. А нет. А знаете что, ребята? Это что такое нахрен? Нет, наш столик, что за хрень? Это наше, поэтому убираем. Столик я случайно сломал, ребята, поэтому забираем его тоже назад. Вот так. И удаляем. Ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Куда это можно поставить? Свиночка. Ну, пускай будет вот там. И вот сюда еще, знаете? Нет, куда еще? Туда нам в дом, точнее, в нашу спальню нужно. В нашу спальню нужно еще одну. Кау. Давайте кау. Или не кау, а давайте шип. Шип, 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 шип. Вот она. Ага, синий, 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 зеленый, зеленый. Это нужно запоминать капут как. Зеленый, зеленый, красный, красный. Ага, зашибись. И знаете, что я еще там босс, если он, конечно, легендарный или... Я прям, знаете, угадываю, офигеть. Это еще нужно привыкнуть. Я не знаю, будет ли тут мешать или нет. Может, туда поставить, чтобы вообще не мешало. Не знаю, потом посмотрим. Не, ну вот так прикольно смотрится, да, согласен. Я не знаю, будет ли это лагать, знаете, может из-за этих модов потом это все залагает и жопа будет, но... Вот эта трава бесячая, за которой не попадает. Иди сюда. Да ты еще издеваешься, вот такие мелкие, наконец-то. Грудоша, грудошечка, покажи свою силу, потому что если не покажешь, то я тебе, наверное, обратно на сваперта заменю. Но я надеюсь, что это, что ты этого делать не будешь. Это нам в инвентарь выпал. Нет, это не упало, потому что мы в геймоде. А, ну ладно, жопа. Я бы так бесился, если бы экспресс-шер вот так выпал, знаете. А мы бы не подняли, потому что упало в гейм-мод. Сюда еще можно какие-то лампы сделать. Не то, что лампы, может светильники, как... даже не светильники, а... Ну, лампы, наверное, да, уличные. Потому что ночью темно. Темно. Так, ребята, что мы еще можем сделать? Я хочу, знаете, что сделать? Себе в спальню. А в спальню нужно какие-то тумбочки. Хм. Опа, я дартс хочу. Хотите, ребята, дартс? Дартс. Да, вот дарт. А вот это может, можно тоже. Так, ладно, сначала давайте вот это посмотрим. Синий, 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 красный, красный. Зашибись. Это нужно запомнить. И вот это. Синий, 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 красный, красный. А вот это делается, ага. Так, сейчас, ребята, пока я не забыл. Синий, синий.
Уже забыл, уже забыл. Охренеть. Вот я забывака. Так, че, ребята, быстренько. А вот это у нас есть перья. Дарк, дарк и перья. Вообще, это мы еще посмотрим. А дартс как опять? Синий, синий, синий. А я не так делал. А, ну походу не так, раз не создалось, да? А, быстренько, быстренько, быстренько мы топаем сюда. О, во, красавец. Это мы удаляем, потому что это уже не наше. Это ставим. Я не знаю, куда бы это поставить, честно. Может куда-то... Или вот тут, что ли? Это уже не наше, поэтому удаляем. Это, в принципе, тоже, чтобы не мешало. Я в гейммоде, ребят, только потому, что я не знаю рецепты. Я не знаю рецепты. А тут, видите, как много всяких вещей. Гамак. Статуи всякие. Тут туалет, офигеть. Опа, это что? Охренеть. О, давайте это на прихожей сделаем. Красный, 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 синий, синий. Ну, это, в принципе, легко, можно так сказать, в какой-то степени. Только я уже забыл. Ребята, я сейчас с ума сойду. Я только сказал, вот, это легко, да, и сразу же забыл. Охренеть. Просто знаете, вот это красный-красный, синий-синий-синий, красный-красный, синий-синий, зеленый, и все, и ты забываешь, вот. Все, вспомнил. Ну, уже вспомнил. Еще опять секунда пройдет, и я опять забуду. Во, сделали нашими ресурсами, и это поставим, я не знаю, ну куда-то вот сюда, да? Только нужно прямо. А хотя это и так прямо. Зашибись, ребята. Ну что мы еще можем сделать? Может что-то с библиокрафта тут есть путевые? Это не библиокрафт, это тоже не библиокрафт. Вот библиокрафт. Может, я бы хотел что-то сделать, например, вот даже эти полочки, да, как так как мы говорили. Хм. Ребят, я только посмотрю, мне просто интересно, что это такое. Знаете, перед тем, как, знаете, как это можно назвать? Перед тем, как что-то сделать, мы берем это в испытательный срок. Если это нам понравится, мы это сами сделаем. Если не понравится, не сделаем. Вот это прикольно, сюда вроде ресурсы, да, можно... Ой. Ну ладно, потом как-то заберем, если у нас получится. Ща, ребят, секунду. Ага. Тогда вот это лучше, согласитесь, вот это прикольнее. Так, нужно узнать, как это делается. Вул, охренеть. Вул, у нас нету этого. Но тут полублоки, стекло и вул. Ребята, запомните и напишите в комментариях, чтобы я не забыл. Так, отлично. Это забираем. Это забираем. Это сломаем и это выкидываем, потому что это не наше. Что тут есть, ребята, посоветуйте. А посоветуйте что-то в комментариях. Что-то прикольное, знаете? Ну, броньку, ну зачем нам бронька? Хотя... Ух, у меня идея есть. Только это нужно сейчас посмотреть, ребята, будет ли это работать или нет. У меня есть идейка. У меня есть идейка. Но это пока что не... А это что за хрень? Хм... А какая в жопу печенька, если я поставил не печеньку? Не, а вот это и так, хоть оно и не, то, не отображается, но вот это прикольно, это нужно запомнить. Это нужно запомнить, как это делается. Печенька, ща, ребята, сейчас секунду. Нужно запомнить, как это делается. Понятно, так, еще раз, дайте я еще раз посмотрю. Ага, ага, ну печеньку тут нужно, печенька, в принципе, я помню, как она делается, но это в джунгли нужно идти, за пшеницей нужно идти, потом как-то сам сделаю, потому что это, ребят, долго. Я не хочу, ну, в принципе, не хочу, чтобы вы смотрели, как мы еще идем в джунгли, и вот это все сами должны понимать. Катя, ситбэк. Вот что я хотел посмотреть, ребята, а прикиньте, если сюда можно надевать крылья. А прикиньте, что с этого будет? Хм,
Ребята, идея. Знаете что? А давайте сделаем коллекцию крыльев. Как вам такая идейка? То есть, я не знаю, тут, конечно, места нету. Места, конечно, нету, но я не знаю, может, на улице где-то. Допустим, смотрите. Вот так мы одеваем, вот. Вот так мы ставим. И полностью одеваем его в кожаный сет. Потом железный, алмазный. И мне кажется, это будет прикольно. Это нужно запомнить, это нужно потом будет сделать. Так, печеньки. Это... И что я еще там говорил? Еще одна фигня. Это нужно будет, ребят, запомнить. Не, ну смотрите, такая серия, где мы, в принципе, только смотрим, только строим, что и как. Не строим, а даже делаем интерьер. Потому что, мне кажется, это прикольно. Фу, ну что? Вот это, да, вот это еще раз посмотрю. Джан, ага. Ну, все, что сейчас нам нужно, это вул. И потом мы будем даже и покеболы складывать, вот это все. И знаете, что я еще хотел, ребят, посмотреть? Вот это можно, но вот это уже, если честно, надоело. Вот это. Это у нас уже есть, поэтому может что-то другое. Что тут есть с... библиокрафта, который делается, ну, обычным путем. Вот это можно. Тогда давайте, знаете что, возьмем вот эти две штучки, сделаем. И чтобы для этого, давайте, знаете, я только проэкспериментирую. Можно ли вот это сюда поставить? Можно, но это будет мешать. Поэтому знаете, как мы это сделаем? Это уберем, а возьмем вот это. Во, зашибись. Так, отлично. Так, как это делается? Нужно сделать красный, красный, синий, зеленый, зеленый. Красный, красный, синий, зеленый, зеленый. Ой, во, зашибись. Только еще походу один красный нам нужен. А потому что еще хочу такие сделать пару штучек. И все, ребята, мы, наверное, уже топаем делать красный-красный, красный-красный, зеленый-зеленый, 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 синий-синий. Да твою мать. Опять забыл. Это хренеть просто. Так. Ага. А, понял. Красный. Сейчас. Красный. Синий-синий. Зеленый. Ху, зашибись, это куда может? Тут есть какое-то свободное место. Не знаю, сюда может, допустим, да? Там дождь пошел. Сейчас. Одну штучку. Сюда. Еще вот это мы удаляем, потому что мы только одну использовали, да? Ну, то есть две использовали. И одну вот сюда. Класс. Потом тут еще коврик можно. Все, ребята. На этом мы закончили, наверное, на этой серии, потому что, в принципе, хватит. Потом я по горшочкам еще с цветы расставлю и все другое. А вот тут я еще не сделал. Твою мать, ребят, у нас там есть... Охренеть, уже сколько серия идет. Я еще даже ничего не сделал толком. Охренеть, серия идет. Кау или нет, я хочу пик. Вот. Охренеть, ребята. Красный, зеленый. Хотя давайте это я потом сделаю, потому что сейчас действительно просто времени даже нету для этого. Потом я это сделаю. Собачечка. Ребята, знаете что, я выключу все-таки дождь, потому что мы идем в музей, а там и без дождя глючит достаточно. Фух. Хотя не первым делом, а знаете, мы будем выгонять и сразу заменять. Но все же... Хотя нет, сначала будем выгонять, потом ставить новых людей. Но, в принципе, знаете, это не так уж и долго. Людей я много не буду ставить, как я уже говорил. То есть там и в музее как бы много... Достаточно есть людей, да, но я ставить не буду всех, потому что я хочу ставить... Ну, на потом, чтобы не всех ставить сразу в одну серию. Так, во-первых, кто у нас вылетает? Первый у нас вылетает Пичу. Я извиняюсь, но ты не... Ой, что у меня там? Но ты не комментируешь. Дальше, Антон Легенд, я извиняюсь, но ты тоже уже перестал комментировать, если захочешь вернуться, то просто продолжай дальше комментировать, я увижу и потом тебе опять верну. А, Михаил Авдеев, вот этот Владко, он, знаете, он комментирует, но он не смотрит даже видео.
Он пишет каждую серию, знаете, серия выходит, он пишет супер, потом супер, супер, о, супер, о, супер, Эдисон, супер, 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 супер. Я не знаю, ставлю... Я не знаю, как это сказать, ребята. Ну, короче, я уверен, что вот эта серия, где мы его выгнали с музея за то, что он даже не смотрит серию, просто пишет супер. Он даже этого не заметит, он дальше продолжит комментировать супер, знаете, он не смотрит. Он пишет супер и выходит, и поэтому, ребята, он вылетает, к сожалению, с музея. Кто у нас дальше вылетает? А, сейчас, ребят, секундочку. Так, Стараптор, он тоже уже несколько серий подряд не комментирует. Тортера и Абра. Много уже людей вылетело. Ну что, ребята, дальше. Чермиллион так хотел в музей, видно, как он хотел. Ты тоже вылетаешь? Ха-ха-ха, пошутил, чё, какался? Дальше, Агрон вылетает. И дальше. Дальше, дальше, дальше. Кирилл, этот... Ой, почему я зас... Твою мать, я именно тот удалился. Не тот, кто нам нужен был, а тот, кто там уже стоял до этого. Зашибись просто. Так, как будто... Ну и так ты вылетел, поэтому, в принципе, имя не нужно запоминать. В смысле, я помню, но все же ты вылетел. Так, ты вылетаешь. Ух, как просился в музей. Так просился, что чуть не кричал. Но видите, как просился. Так, ладно. Что-то я хотел, но потом сделаю. Дальше. Дальше. Ты Дюрса у нас вылетает. Извиняюсь. А, нет, не вот это, вот это. Обкакался тоже. Ха-ха-ха. Дальше кто вылетает? Дальше. Полетели. Ребят, мы, в принципе, это очень быстро сделаем. Как я... Сейчас опять вот эта хрень удалится. Твою мать, я... Нату. Хренату. Нату нафиг. Прямо стань, пожалуйста. Как-то прямо. Не будь каким-то выпившим чукчей. Кривым, не в ту сторону смотрящим. А стань, пожалуйста, прямо. И стой себе там. Вылетаешь. Ла-ла-ла-ла. Дальше... Ла-ла-ла-ла, ты тоже у нас вылетаешь. А мы полетели. Ребята, в следующей серии мы продолжим прокачивать, точнее, начнем прокачивать наш новый орб. И, в принципе, следующей легендой у нас, походу, будет Артикуна, Трой. Ты тоже, в принципе, просил тебя удалить. Сам попросил, не знаю почему. Иди-ка ты, Гондурас, сюда, ты вылетаешь. Дальше. Нереально, как он кричал, уже чуть на меня не матерился. Эдисон, ты сволочь, почему ты меня не добавляешь в музей? Муха-ха-ха-ха. Как ты очень хотел в музей попасть, если ты уже забил на это. Дальше. Кто-то у нас еще не вылетает. Кто у нас вылетает? Ага, вот, кто еще. Так, ну все, ребята, на этом мы закончили чистку музея, в принципе, не так и долго. Что я хотел сказать тем, кто вылетел. Если у вас есть какие-то причины, если вы там, люди пишут, Эдисон, не выкидывай с музея, я улетел на море. Эдисон, не выкидывай с музея, я поехал к бабушке. У меня отключили интернет, у меня отключили свет, у меня поломался ноут, у меня поломался iPad. Не знаю, на мой дом там... НЛО упало, потом еще что дальше, что там еще есть, я там на комп тарелку борща вылил, Пикачу зашел в дом, стукнул, все электричество вырубилось на месяц, короче, истории, я не говорю, что это неправда, но половина с них 100% неправда, может именно вы говорите правду, но я не в курсе, так, кто сюда добавляется? Варокс ПВП. Я говорю тем, кто сейчас вылетел с музея. Если действительно у вас есть какие-то Данил Гуриздра, надеюсь, правильно прочитал. Если у вас есть действительно какие-то уважаемые причины, что вы не могли
зайти и комментировать, и вы вылетели из музея, то не расстраивайтесь, Касуми Хаяси. То, в принципе, просто не расстраивайтесь, а придите и заново продолжите, продолжайте комментировать. И я увижу, что вот вы были в музее, но вы вылетели, потому что вы не могли комментировать. А сейчас вы вернулись, поэтому я потом вас обратно добавлю, если вы дальше продолжите комментировать. Просто так вот как. Ну, пускай будет такое имя. Дальше, пятый человек, которого я добавляю в этой серии. Crash Dog. Ой, случайно, извиняюсь. Поздравляю. Дальше, шестой. Я много не буду добавлять. Шестой. Алекс Одинцов. Поздравляю. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Седьмой. Да почему опять нафиг? А, ну нормально. Влад Круглов, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Влад Круглов. Потом на Кабуто у нас попадает мистер геймер Саня. Геймер, поздравляю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И еще двух, чтобы было 10. Николай Колодеев. Дальше у нас на Кранидоса попадает. Поздравляю. Дальше. Кто у нас вылетел? Тут Тедиурса, да, вылетела? Вылетел. И сюда у нас попадает посиделки с Майнером. Ну, пускай будет вот так имя. Больше я добавлять не буду, чтобы осталось на потом. В принципе, я еще могу добавить, но я не хочу. Пускай будет ровно 10. Так что, ребят, не расстраивайтесь, кто вылетел с музея. Хотя, если вы вылетели с музея, поэтому вы меня сейчас даже не слышите, что я вам говорю, потому что вы не смотрите видео. Но все же, если захотите вернуться, то, в принципе, все, что вам нужно, это просто продолжить комментировать. И я потом вас опять добавлю, если вы дальше продолжите комментировать, да? Ребята, на этом мы заканчиваем. Серия какая-то длинная получилась. В принципе, мы очистили музей. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Сделали новый интерьерчик. Серия больше, чем полчаса, поэтому я надеюсь, что вам понравится. Ребята, я надеюсь, она вам понравилась. На этом мы сейчас заканчиваем. Фу, следующая чистка будет, наверное, в 60-й серии или 70-й, потом посмотрим. На этом мы заканчиваем, ребята. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр. Всем удачи и всем пока.